Вышел новый каталог семена 2020 года от фирмы «Сады России». Очень красочный, на первом прямо вот обложечке томат новый, «Карнабель». Мы сейчас этот полностью каталог рассмотрим, посмотрим, ознакомимся, начинаем. Первая страница, вот семья здесь, который основатель этой фирмы «Сады России». И первая страничка идет с новинок. Но для меня это уже не новинки, так как я уже их выращивала. Сразу же идет здесь земба, пишут новинка. Но я в этом году выращивала и показывала видео. И они у меня сейчас вот даже на столе, октябрь месяц. Вот они у меня, вот такие гроздья еще висят в теплице. Такие вот они, красавицы. Вот, зреют постепенно и сейчас в данный момент еще висят и радуют нас этими томатами. Вот они на картинке, красавицы. Второй идет утенок. Вот тоже новинка, но я именно выращивала этого утеночка. И когда я делала обзор своих томатов, я показывала. Но я еще тоже внизу вот покажу вам именно такие, как на картинке. Они меня обрадовали первым своим плодами. Самые первые пошли в теплице. В открытом грунте я не выращивала, не могу сказать. Но что скороспелый этот сорт, это да. И даже очень-очень такой сладкий сорт. Он низкорослым и мало-мало было очень даже пасынков, что меня этого обрадовало. Он даже не требует никакой подвязки, и его формировать не обязательно. Вот такой хорошенький такой томат-утеночек. Томат рейсетомет. Вот он красный. Это у меня сейчас в октябре месяце еще вот такой вот висит он. Прекрасный. И он еще цветет у меня в макушке полностью в цветах. Такой вот, он начинается очень рано, этот томат, и растет до сегодняшнего дня. И, наверное, еще будет и октябрь нас радовать, и ноябрь. Помидоры для длительного хранения. Смотрите, вот такой вот. Называется помидор зазимок, называется и сочельник. Вот он, томатик, вот он идет. Вот это вот идет сочельник, томат. Красавчик. Он будет лежать еще до самого Нового года. Так что на Новый год, вот они, зеленой спелости, еще они висят, а твердые такие, и до Нового года они будут еще нас радовать. Сирии малиновое чудо. Выписываю все. И своим знакомым. Сестра в этом году выращивала первую серию. Я в этом году выращивала третью серию. Мы всем довольны. И сейчас, в данный момент, мы еще кушаем. Они еще вот в такой вот даже спелости. Вот, смотрите. Они еще вот такие вот красавицы висят. Очень хорошие томаты. Прекрасно. Фитофторе не подлежат. Я очень люблю эти серии. Я их все уже сколько лет выписываю и очень-очень довольна. Вот. Так что заострите внимание, мне очень он нравится. Очень много новинок, и про всех их не расскажешь. Я расскажу, что я выращивала и чем я могу похвастаться. Вот она фицофилия или фиголистная тыква. У меня есть видео, я его показывала. Действительно, это чудо тыква. До того столько ее много, уникальная она просто по урожайности, столько много, оплетает все заборы, все яблони, все груши. И у кого есть скот, вот у нас куры, они прекрасно кушали эту тыкву. И вот огурец Гудвин. Действительно, как здесь, вот 50 сантиметров, у меня даже был больше. Мы замерили с мужем, было 61 сантиметр этого огурца. Они тоненькие такие и очень-очень даже хорошо лежат. Перец червонец, очень сладкий, гибрид. Он очень ранний, мы его очень-очень рано стали кушать. Вес был до 200 грамм в одном перце. Очень хороший, понравился тоже. Очень понравился салат цикорны. Вот это такой, красавица. Салат сделаешь прямо красивый на тарелке, бесподобный.
Очень много новиночек, очень много. Вот дайкон. Дайкон я зеленый не выращивала, выращивала вот такой. Вот сейчас я покажу вам. Смотрите, какой большой. И он очень даже сочный и мягкий. Обычно же дайконы бывают грубоватая шкурка. А в этом очень мягкая шкурочка. Очень хороший и не дает горечь. Закажу обязательно еще такой вот зеленый. Ну, перец. Перец я такой заказывала. Сладкий оранжевый мармелад. Меня он устроил. Он очень вкусный, когда его делаешь, фаршируешь. Про перец вот такой колокольчик. У меня есть видео. Перец острый, звонок. А у меня он называется колокольчик. Очень понравился. Декоративный такой перчик с некрупными такими колокольчиками. Как новогодний спрутик я его называю. Очень-очень мне нравится. Я его всегда сажаю. Очень мне понравился еще вот такой вот лук. Смотрите, лук называется комета. Вот он. Длинненький такой. Он не резко такой, вот, что как плачешь от лука. Его чистишь, он такой приятный, очищается очень хорошо, даже отходит. И сладкий на вкус. Очень даже вкусный. И в салатах, да везде, во всех блюдах. Очень понравилась тыква мускатная. Делала сок, у меня тоже есть видео. Очень вкусный такой сок с мякотью получился. Мне очень понравилась эта тыква. Про арбузы и дыни. Какие я здесь не выписывала, они у нас все созрели. Очень понравился сорт арбуза волжанин. Тоже видео есть, я снимала. Про дыню Хошимина, дедушки Хошимина. Тоже есть у меня ролик. Я снимала, рассказывала, показывала. Столько их много, этих дынек. Ароматные, но немножко в нашей зоне они не дозревают, чтобы именно были сладкими. Особо хочу сказать вот про дыню эфиопка. Оно написано здесь особо сладкая. У нас не то, что она была особо сладкая, она супер сладкая была. У меня внуки поели почти недозревшими. Поэтому, если кто захочет такое, выписывайте. Вот дыня называется эфиопка. И написано особо сладкая. Она недорогая, 23 рубля, 6 штучек там. И там хватит вам на целую грядку. Бамия зеленая и здесь карминная пышная. В этом году у меня особенно вот бамия карминная порадовала своим урожаем. Очень урожайная. Бамия было. Ну, страничка экзотики. То, что здесь все на страничке, я все выращивала. Я могу по каждому вам рассказать и даже показать. Вот она, первая кивана. Вот она у меня кивана. Вот она выросла. Смотрите. У меня есть видео, я тоже рассказывала. И еще вот расскажу, разрежу потом, еще сделаю одно видео. Очень вкусный сорт с мороженым и соками. Второе. Мамардика. Мамардика, она у нас немножечко, надо в теплицах, наверное, ее. Ну, красивая. Вьющая растение, очень красивая. Пепина. Сейчас, в данный момент, она у меня растет на лоджии. Ну, такой спелости я не знаю, когда оно будет. Но вот оно у меня есть. Смотрите, видео внизу. Оно еще у меня в данный момент цветет. Вот она мордика, она желтенькая должна быть. Люфа. Люфу я показывала. И мочалку, как я сделала, показывала. У меня есть видео, если кто желает, посмотрите. Огурдыня. Это вообще внукам понравилась такая огурдыня. Они бегали, лопали все лето. Значит, идет мелотрия. Мелотрия, до того столько ее много. И она вьется и красиво. То же самое видео есть. Так что, если кто желает посмотреть, я даже соленья с них делала, очень даже вкусные. Ну и кассабания, или я ее называю, она правильно называется кассабанана, вот такой вот. Но у меня в этом году оно немножко не дозрело, еще лежит, дозревает. Очень хорошие наборы овощные и пряно-вкусовые наборы семян. Мне очень они нравятся, с большой скидкой. Цена приемлемая, так что можно заказывать. Про цветы можно видео отдельно делать, сколько я их выращивала и как они мне нравятся.
Особенно мне нравится вот амарант, хвостатый красный. То же самое видео делала. Так что, кто желает, посмотрите. Очень красивый амарант. Хочу еще внимание заострить вам на цветке таком тунберге. Черноглазая легкая лиана. То же самое видео делала. И у меня вот такие вот они, два вида тунберги были. Красота неописуемая. Очень понравился вьющееся растение. Ну и про такие диковинки, шишечки красивые, которые гирлянды, я тоже показывала ролик, у меня есть он, так что если кто желает, посмотрите. Каталог очень интересный, много новинок. Если кто желает, есть электронный такой каталог, посмотрите, и вам очень понравится. Здесь и диковинки всевозможные есть, и тыквочки, все-все. Ну вот, мы дошли до конца нашего журнала. И, естественно, как и обещала, подарочек прислали нам заказы, вот здесь листочки. И в подарок нам дали вот такой чай. Купаж Барбарис. Так что вот заварим и будем рассматривать журнал и пить чаек. Всем спасибо, кто посмотрел мой ролик, кому может понравилось, кто заинтересовался такими вот новиночками. Вот. Так что посмотрите обязательно. Ну вот все, что я хотела вам показать, рассказать о новом каталоге на 2020 год. Всем спасибо, кто посмотрел мой каталог новый. Я желаю вам всем хороших урожаев.